Меморандум об взаиморазумении подписали Могилевская область и Полднево-Африканская провинция Пумаланга. Делегация Полднево-Африканской республики наведала Могилевщину и познакомилась с потенциалом региона. Про узровень интереса африканских коллег кажет великая колькость удельников делегации. С визитом приехали специалисты разных сфер – экономика, сельская господарка, охова здоровья, промысловость. Мы видим ваш огромный потенциал, и прежде всего в пищевой промышленности. Вы знаете, что это очень важно, потому что, чтобы работать, развиваться, люди должны кушать. А что касается нас, то мы бы хотели рассказать вам о угледобывающей промышленности нашей страны. И, естественно, мы говорим о сотрудничестве и взаимодействии в этих областях. Могилевщина мае гандлёвыя зносіны с далекой африканской краиной. 90% экспорту складают шины, гумовые камеры и гумовый обуток. В 2016 году у Полднево-Африканскую республику поставлялись плетеные сетки и газетная папера у рулонов. У свою чергу у наш регион импортовалась садовина. Новый крок у отношениях – межрегиональное сотрудничество. Страна богата своими залежами каменного угля, платины, золота, алмазом. Развитая сельское хозяйство. Одним словом, в Южной Африке есть достаточный потенциал для того, чтобы рассматривать ее в качестве партнера. И южноафриканцы проявляют интерес к нашей дорожной, горнодобывающей технике, к тракторам. Мы, я думаю, сделаем акцент именно на кластер развития сельского хозяйства в части подготовки специалистов сельского хозяйства, а также совместная эксплуатация, опять-таки, совместной техники, которая, возможно, будет присутствовать на рынках нашей дружественной провинции. Первые кроки сделаны. Удельники делегации побывали на предприемстве «Бабушкина крынка», познакомились с научным процессом у Белорусской Державной сельскохозяйственной академии и с вытворчестью «Бабруйска грамаша». Алина Соловьева, Юрий Аластов, новини регион.